Я в аду. Ё-моё. Друзья, перед началом видео хотел бы вам порекомендовать канал Hardcore Мазафака. Там вы увидите распаковки коллекционных редчайших игровых изданий. Также узнаете, что может лежать в посылке с приставками и картриджами из самой Японии. Ну и всегда будете в курсе всех свежих игровых новостей. А также заглядывайте в телегу, где постоянно публикуются обзоры на крутые игры. Все ссылки в описании, а мы погнали дальше. По Галера есть талант. Баджуджи же срабатывает дальность атаки от своей собственной, правильно? Да. Mm-hmm. Наверное. Ты хочешь через большой Dragon Lance и этот? Так, изи. Не бери руны, просто набиваю. Вперед. А, не, мне прошлый раз показалось, что я на ней набил. А, тебя вообще нормально вот это взяла прям перед лицом? Пробежалась. Для нее это обыденно. Надо вот сюда будет подойти сейчас, здесь дефать. Не-не, бей. Не надо это бить. Теряешь пол лица? А щиток на него кидаешь? Блин, жалко, руны ничего не дает. Да. Так, отходи. Он сейчас прыгнет. Или это не этот прыгает? Это не, а, это вот. Не чувак со станом. У него еще скилл там. Два скилла. Ребят, давайте под босса быстрее задефаем. Но все равно еще 70 крипов. Все за мной. Ну, что легче, дефать фул пачку и... Или просто добить остатки. Вот этого агра. Крота надо убить. Акс сейчас щитом. А, в принципе, он тебе, наверное, уже не нужен. Стой. Хотя, они мало бьют, ладно. Значит, сейчас второй. Мне надо... Вот. Уровень надо получить. Не знаю зачем, но просто надо вам. Большие. Вот, где я стакаю пассивку, того бейте. А он за дефу уже, что ли? Нет. Он нам идет помогать. Он не за дефу, он третий левел. Сейчас сультанет. Так, три раза ударить. Не до конца не задефать еще. Так, похилиться пойти. Почему бы и нет? Наверное, арканчики надо взять какие-то. На самом деле, Кунфи вы больше сноубала, чем Пангалера. А что ты снова пошел? Я что-то их размял там на одну ульту мою. Весьма вероятно. Так, а что вот это за глазок? Туман плывет. Это вот это вот. Очертания. Ого. В тумане. Да, очень сильно. Мгла. Там троллями 40. Да, это может быть, по-моему, у одного героя, не? Атакуют. Хорош. К бою. Слушайте, а это весело. У тебя уже 53. Ой, чё? Жить? Просто жить, ладно, пойду поживу пока что. Понемножечку. Обстырить крипа. Так, 8 к силе, наверное. О, стики надо взять. Точно, стики же. Ребят, я прожму шрайн, чтобы быстрее подхилиться. Пойду троллю мешать. Подношение моему роду. Гребаные руны ничего не дают.
печально. Покорись. Очень печально. Куда собрался, брат? Кто идет? Давай, с тобой пообщаюсь. Безусловно. Не, они больше не фармят, короче. Дерись. Ультать! Хорош! Пойдем вот здесь где-то парень фармит. Вон, снайпер. Ага, все. Киса. Все, не фармит больше снайпер. Может, как-то их под базой держать тогда можно? Весьма. Сейчас. Снайпер. Киса. Так, куда далеко? Тихо. Атакуют. Из углы. Так, надо. Ребят, босса какой-то. Выберите что-то. Скач. Вот это веселье, прям не могу. Вот как надо душить, пацаны. А не то, что вот этого вы там придумывали. Берешь ободуна и кайфуешь. Да, реально. Блин, там парень 10 уровня ходит, страдает. Ща я к нему вернусь. Мы с тобой не закончили, тролль. Мы с тобой еще не договорили. Ну серьезно, только себе фаску привез, минус 110. Стоять. Ну вот сиди там. Из углы. Могучий. Можно крутиться. Просто не хочу. Ищет дверный щит. Вперед, мой скакун. Пацаны, зацените, где тролля гоняю. Ко мне пришли, ребята. Ах ты ж собака. Прожал ульту. Акс, помогай здесь вот дефой, короче. Поставь где-нибудь вот тут вард. Они внизу. Ну вот сюда где-нибудь поставь вард, а я пойду с троллем пообщаюсь. Не надо, не иди туда, Акс. Я же говорю, вот сюда иди. Вот я снайпер иду к тебе. Вот собака под хостом. Они меня быстро очень. Волна началась. Я знаю. А я без БФ. Я не дар. Рода Аверн. Меня отрезал. Ты промахнешься. Такс. То, что ты меня перегнал по опыту. А я предлагаю все-таки вернуться, братан, на базу. Вот прямо сейчас тебе. Крест. Это же, по сути, крипы, да? Ну да. Значит, тут некоторым гвио не будут спадать. Наверное, обратку соберу. С чего тогда душа в некоторым гвио не спадают? Танквил спадает от любого урона, который ты получишь. От крипов же убрали от меня. Не-не-не-не-не-не. Это так не работает. Убрали то, что когда ты бьешь крипов. Именем моего рода. Так, меня нервирует эта черепашка. Спасибо. Я... Так, ребят. Может, купите им босса пока. Можно? Акс. Соратник в тумане. Блин, жалко кулдаун такой. А, длительность 12,5 секунд длительность ультимейта, пацаны. А ты бессмертный, да? Да. Акс, да. У меня нету маны. Давай я потанчу. Так, о, давайте шрайн выпьем. О, крип не умирает. Неубиваемый просто. 23 крипа осталось. Слушай, ну даже с учетом того, что он стоит тупо фармит крипов, он только 17 уровень.
на сакс, правда, ни о чем. Так, ладно, ребят, дефать, я пошел. Вместе на. А ты предметы так себе привезешь, да? Да, да, да. Ценный совет. Так. Пожалуй. Меня, в принципе, пробивает в основном магией, да? Магией, да. О, два ашана стоят. Туман. Я им привет когда передам. Врагам. Подожди, подожди, вот, 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 не агри. Ребят, у меня Death Vision стоит. Мне нужно снять Vision. Действительно. Вот, привет, надо отогнать. Удар. Вот здесь вар стоит. А, как же так? Не дожили. Ну, мы тролля убили зато. Это уже хорошо. А он не них просто фармит, я так скажу, типа. А там сейчас пацаны уже получают преимущество, они, ну, сова будут дефаться. А мы будем с тобой бегать так же гонять. Блин, там Зевс очень больно делать начинает. Надо актерин собрать. Я снайпер. Эй, талантик на 20-м здесь тоже. Я не знаю, я почему захотел обдолбиться в БФ. Можно я замедлю первым? Я не хочу. Ну ультани ты в Сахарте, ты чего? Да, душим, душим. О, давай их херню эту побьем. О, отойти немного, отойти. Разультился, слышишь? Нормально, нормально. А, брат, нас душат, нас душат. Пожалуй, пока отойду ненадолго вот сюда. Зря ты сюда пришел. Как ему повезло. Там книжка есть. Я возьму. Тебе зачем ты 30? Пофиг, пусть будет. Акс, придешь поговорить с троллем? Просто Женя сплотнул. Ну, да. Неплохо. Смотри, тут этот снайпер. Ага, давай, 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 пробивай. Ой-ой-ой, как шрапнель больно делает у снайпера. Вижу путь. Так, теперь огоним. Непробиваемый щит. Ой-ой. Мгла. Да ты еще обратно не нажимал пока. Да. Меня атакуют. Так, просто прожить бы чуть-чуть. 3, 2, а, сука, 2 секунды не дожил. Ладно, 33 секунды. Кулдаун 38. Душнилово максимальное. Я Владимирку это что собираю. Да тут кроме Владимирки на вампирик нечего больше собирать. Сатаника здесь нет? Да.
Вот ты представь, ты будешь хилиться больше, чем получаешь. Безусловно. Вообще, постоянно. Удар. Просто бессмертный герой. Не сейчас. В атаку. Верный щит. Ай, просто пришли. Задушили, ушли. Я считаю, неплохо. Пацаны, вам там как? Комфортно фармиться? Да, да. All inclusive. Весьма вероятно. Все, погнали. Не-не-не, зачем ты с крипами? Я сюда хочу привезти. Давай помогать, пацаны, а вы там задефаете без нас? Нет. Точно? Нет. О, все, меня убили. Так, есть в крипа что вложить? Есть чем босса апнуть, ребят, у вас? Да, у меня там 700 голды есть. Апайте, короче, я сейчас аганим соберу. Все, я подефаю. Урса. Блин, Акс, ну я только обратку прожал. Так, а ну, отойдите, отойдите. Не-не-не, зачем? А почему он на меня не срабатывает этот? Аганим? Не раз... Аганим, да. Когда мы получаем урон. А, когда вы получаете урон. Ой, я сейчас умру. Сколько дал он Шрайна? Там Шрайн появился, Влад. Да, давай. Меня бьют, сука. А, тут урса, пацаны. Жить? Да, я пошел. Так, а что такого мерзкого собрать бы? Ну, а, чуть поменьше уже побивает. Можешь купить Октарин, чтобы был вообще неубиваемым. Октарин у меня есть. Да, понял. Блин, это не апается, это не апается. Как-то медленно добьете. Щит, ну щит. Я провтыкал, сорян. Туман. Да капец, всё. Там снайпер уже больно прям делает. Там зеркал больно делает. А, он диффуза собрал. Вот мерзкий тип, а. Диффуза, значит, да? Хорошо. Чтоб щиток не вешать. Я нашел, что я собирать буду. Больно. В сумме, а сапфира ничего не дает мне. Ну, поехали. Ой, а босса можно бить? Она ко мне идет. Босса можно бить? Да. Нельзя бить. Можно? Да. И курьеров можно их бить. То есть я могу сейчас туда прийти и убить их босса? Да. Понял.
Нельзя же было босса бить. Теперь можно. Разрешили. Подождите, у нас сейчас четвертая волна. У меня снайпер пришел. Ой, пятый радик, боже, как это больно будет. А зачем ты сюда варды ставишь? А как они не видят? Тот, кто крещен в купеле Аверну. Так, я пошел опять дальше. К боссу. Вскочу. Привет, Лаки. У тебя на второй скилл почти нету КД? Тип того. Сава на меня повесил он. Иди сюда. Да надоел. Ну слушай, там реально можно. Давай их убьешь клоун и потом как-нибудь. Блин, жалко, о, снайпер так хилится сильно. Ну, я снайпера постоянно отвлекаю. А вот здесь вот надо обсерв где-то поставить. В то же время Солиска вообще от фарма не отвлекается. И Женя, ну, Женя, да. Женя, да. Женя, да. Хотя Женя сейчас тебя перефармливает. Меня? Перефармливает? Да. Шутка какая-то? Нет. Что, думаешь, сам умный здесь, да? А, да? Живи, брат! Меня атакуют. Боже, как это работает жестко! Акс, зарубишь еще его? Ура, умерла, обидно. У меня там БФ последний лежит. Книжечка есть. Возьму. Как против снайпера? Боже, снайпер аж здесь где-то. Ну, дальность атаки там неимоверно. Да. Босса надо, если что, прям хорошо заапать. Души, брат. Там умри ты уже, а? Сделай всем одолжение. Угу. Так, я с последним БФ, мне доволен. Прожал, блин. Без Сильвера нет. Немножко громче. Сейчас опять снайпер пришел. Запомни меня. Я не готов. Оп, все. Снайпера нету. Ай, блин. Нафиг фармить крипов, когда можно так веселиться. Акс, воткни где-нибудь тут обсер. Тебя видно. Завеса жизни и смерти теперь не стоит. Я, он мне. Он себе по улице снял. Ему пофиг. Крипы пошли. Да, я вижу. Угу. Сейчас я им помогу тут, короче, с крипами. А вы всех крипов на себя агрите. У нас вообще ноль крипов. Ну вот, отлично. Я тоже сейчас им к ним приведу крипов. Душим их героев. Ой, босса точнее. Нам он сейчас душить будут нашего босса. Да. Давай ТП-шку делаю. Ой, не сделал ТП-шку. Панга. Босса апайте просто, если что. Так, к броне, к ХП. Есть деньги у кого? Подваливай жестко.
Так, короче, я прожимаю ульту. Нормально, нормально, живем. Изи. Опять это же волна, но мы не можем продвинуться дальше. Да, да, хочется дальше, хочется больше поиграть.